Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Трэш, делайте чаек и поехали качать шестую таблетку. Решил я ее все-таки прокачать, посмотреть. Можете любители статистики понаписывать, сколько у нас на это идет ресурсов. У меня вот таких вот три вида недокачанных. Как вы знаете, для того, чтобы прокачать таблетку, вот надо 4 хранилища золота маны, 4 шахты золота маны и армейские, ну, гарнизонные, говорю, гарнизонные казармы прокачать до 16 левела. Ну, конечно, у меня мы будем пользоваться мега быстрой прокачкой. У меня есть молотки. Можете, кстати, по дням посчитать. Ну, одни ресурсы у нас уже, считайте, 5 пятых прокачано. У нас прокачаны хранилища, потом надо было качать. Я их прокачал. Теперь поехали дальше. Нам надо прокачать с вами вот эти вот все хранилища до 16 левела. Ну, пока я использую FP, а дальше у нас будет трэш. Ну, у меня есть молотки нормальные. За это я люблю английский сервер. Здесь с молотками проблем нету, потому что можно прокачать сразу же нормально здание. Так, и посмотрите, сколько ресурсов я сейчас буду и за день использовать. Сколько примерно молотков, даже таких ежедневных, у нас на это все дело идет. Простая таблетка, по сути, надо всем. То есть, можно ее получить с донатом быстрее, без доната на нее уйдет, я не знаю, сколько времени. Кто смотрел, считал, напишите. Но, как видите, у нас есть ограничения, то есть 5 строителей, можно сразу же 5 строителей отправить на 5 одинаковых зданий. 14-й. 16 левел, 15, здесь то же самое, ребятушки, задротство. Да, это таблетка, блин, это кайф, это возможность в подземках, возможность на атаке, на битве гильдий. Ну, то есть возможностей намного больше, плюс один герой. И мне надо одного героя поставить, потому что мы будем с вами трешивать гарнизоном. Видите, нам хватает одного полного заряда, в принципе. Золото и маны для того, чтобы... построить по одной, я думал, это больше. Нам надо довести. Ой. Шестнадцатый. И вот таких вот хранилищ и всего нам надо выстроить как минимум по 4. Для начинающих аккаунтов, я вам скажу так, сколько у меня есть аккаунтов без донатных, я справляюсь без шестой таблетки. Все зависит, наверное, больше от ваших героев, от прокачек героев. Можно без этого всего обойтись. Конечно, потом шестая таблетка, когда у вас открывается, вот понимаете, что это такое. Да, блин.
Так. Мы сделали, поехали. Блин, вот это вот, конечно, вот, было бы неплохо, чтобы они подумали даже над прокачками вот этих. Это вот не перезаходить каждый раз. В принципе, два сама тратить. Конечно, зажрался уже. 8 сама. Можно обойтись без молотков там на первых 15, по сути. Дальше уже, когда начинают больше суток, это, конечно, за самики бессмысленно качать. Пошли 440. По сути, эти здания, которые мы сейчас качаем с вами, они нафиг не нужны. Я вам скажу так. Минотавр все равно пробивает так. Минотавр пробивает, пользы от них. Я не вижу никакой пользы. Ну, единственное, чем хорошо, это при прохождении волн. Слышал, у вас прокачанные здания, это еще более-менее там спасает, их не сливает так быстро. В других случаях это все, честно, не полное. Их толку вот именно от хранилища этих, от шахт. Ну, от хранилища толк, конечно, есть, я имею в виду вот эти вот шахты, которые мы качаем. По сути, хрень. Равно вы заходите в рейд и оттуда фармите, а не отсюда. Чисто так, знаете, абы было. Это столько половины. Ужасно. А представьте, сколько надо качать полностью. Я как-то качал, у меня где-то час уж. Минут 40. Сделаешь, если хочешь. Трэшевать приходится, мучиться. Так, второй наш заходик. Плохо, что выбивает, нельзя дальше сразу. Именно здание. Под заюзом. И потом у нас останется после того, как вот это вот сюда мы сейчас докачаем. 13-й. У нас останется только казармочки докачать. Опять же, тоже. С одной стороны, они нужны, с другой стороны, они дофига места занимают. Но без них, без юнитов тоже печально все вообще. Тоже приходится качать. От этого не денешься. Все равно меня тянет. Жалко самоцветов. 40 самого осталось после Ронина. В принципе, и молотки здесь по большому счету тоже на них тратить.
Еще также на ускорение есть питомцы, которые влияют. Так, 16, 16. Так, ну что у нас? Последний заходик, который влияет на скорость постройки. Уже надо не забывать и на стоимость. Не забывайте качать питомцев. Есть линейки питомцев, которые дают определенные бонусы. Это вот так. Сколько у нас? 800. Ну, тут, конечно, я не, ну, неправильно это все использовал, но прилично, прилично уходит. Я как-то был качал, по-моему, в районе 200к. Точно не буду говорить, где-то у меня есть видос. Я потратил, по-моему, от 100 или больше. 100 до 200. Там у меня было мало крови, я качал ради 6-й таблетки. На аккаунте. Так, практически на нашем тестовом аккаунте появится новая таблеточка. Интересно, что будет в обнове. Очень. Самоцветы не чуть самоцветики не потратил. 16-е, как видите, все. Осталась финишная прямая. Это 4 их вот будки прокачать. Дело. И мы получим. Больше всего он мне нравится. А, почему? Так. По сути, нам уже не нужна. Так, отлично. Эта казармочка пошла в ход. Кстати, на казармы скинул, так и не будет этим заняться. Капец, как долго вы говорите донатом. Все проще. Без доната хоть время по-нормальному протекает при постройках. Тут уже понимаешь, что уже практически вот-вот.
Так, отлично. 16-й левел есть. Предпоследний. Казармищ. И получаем таблеточку. В принципе, я думаю, наверное, где-то порядка месяца два надо, может и меньше, будет посидеть, посчитать, сколько реально уходит на прокачку таблетки. Пятую таблетку то там за день, за два можно получить, а вот шестую я что-то никогда, надо будет как-то создать аккаунт, попробовать покачать чисто целенаправленно ради таблетки. Так, отлично. Финишная прямая, ребят. 15 минут жизни ради одного пикселя. Куча ресов. Плюс один герой гарнизонный появится на клеточке. Вуаля, заходим, атака, и вот она, шестая наша таблетка. Поздравляю свой тестовый аккаунт с приобретением, не знаю, как это назвать. Ждите теперь топовых видосиков с гарнизоном, с тестами. Всем удачи, всем пока.